каравай прекрасно поддержала Герасимов. Всех удержали инициативу. Министр Петлицких о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина. Руководитель Татарстана поддержал прекрасно. Господин Герасимов. Бастрыкин поддержал Жуков. Все герои России сегодня собрались на форуме «Армия-2021». Поддержать инициативу Нестера Дмитриевских о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. Славные армии Отечества сами, гордится вами Родина во все века и дни. Великая Отчизна, любимая страна. Вас высший смысл жизни навеки нам дана. Бастрыкин прекрасно поддержал предстоящую триумфальную победу на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. Генералитет, первый заместитель министра обороны поддержал. Борисов, вице-премьер правительства. Герасимов, начальник генерального штаба Российской Федерации. Все герои России собрались сегодня, чтобы поздравить Владимира Владимировича Путина, госпожа Яровая, с предстоящей триумфальной победой. Предстоящей триумфальной победой на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. Наш Россия, наш президент, вас, наша сила, право, честь. Поздравляем вас, мы Нестер Медведский, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафим Дмитриев, Виктория Владимировна, Майор, Стел Владимир, Татьяна Сергеевна, Владимир. Мы очень просим вас вместе с героями России, господином Борисовым, с Бастрыкиным, Шойгу, Мантуровым, с руководителями всех регионов Татарстана, Москвы, Московской области. Собянин поддержал, Воробьев. Очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов. Нобелевские премии мира, слава и честь России, высшие награды самого лучшего в мире форума «Армия-2021», Алабино, парк «Патриот», всех стран, всех континентов, России, Америки, Европы, Юга, Севера, Запада, Востока, высшие наградные ордена, Единая Россия, Отечество, долг и честь, единство, веру, славу России, высшие наградные грамоты имени святых князей, Владимира Благословителя и Святой Руси, Красное Солнышко, Равноапостольного, архистратига Архангела Михаила, Дмитрия Донского, все
всех специфики Ривы, Мефодия, Людмилы, Марии, Екатерины, Светланы, Ильи, Александра Невского, Андрея Первозванного, Алексея, все высшие награды ООН, ЮНЕСКО, форума армии 2021, лучшие в мире, авиасалон Макс Буковский, всех фестивалей, всех кинофестивалей, всех стран, всех континентов, все высшие награды, предстоящей триумфальной победе на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный, все делает для счастливой, благополучной, комфортной, безопасной, самой лучшей в мире жизни россиян. Для укрепления мира на планете, для предотвращения ядерной войны, ядерной мировой катастрофы, для победы над эпидемией коронавируса. Благодаря Владимиру Путину Россия создала самые лучшие вакцины в мире. Оружие, танки, самолеты, ракеты российские, самые лучшие в мире. Генералы, офицеры, солдаты, матросы, танкисты, ракетчики, лучшие в мире российские, разведчики, ура! Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас, наш сил, право и честь. Министр Юстиции очень просит вас, уважаемый господин президент России, Николай Иванович, вооруженные силы России Владимира Путина, со всеми героями форума армии 2021 в лучшем мире избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас, наш сил, право и честь.